Хоккеисты «Акбарса» завоевали третий кубок Гагарина. Казанская команда по сумме 5 матчей обыграла московский ЦСКА. После 8 лет главный хоккейный трофей вернулся в Татарстан. Объятия победы, литры шампанского, чемпионские кепки. Для наших спортсменов это была длинная дорога к успеху. В республике большая подготовка ко Дню Победы. Сегодня в Казани на совещании в мэрии раскрыли ее некоторые подробности. Так, на параде 9 мая впервые будет участвовать техника военных лет. Большой ремонт начинается в квартирах ветеранов. В нерест нельзя. С 25 апреля в республике начинается операция «Нерест». Вводится запрет на вылов рыбы из рек. Так, например, нельзя рыбачить с лодки, а с берега можно закинуть только одну удочку.